В эфире программа «Время говорить», в студии Юлия Ракоцкая. Здравствуйте! В конце октября во Владивостоке состоится Всероссийский логистический форум «Азия-2023», на который приедут именитые спикеры и будут проведены панельные сессии. Об этом масштабном мероприятии мы сегодня поговорим с основателем регионального бизнес-сообщества Станиславом Ереминым. Станислав, здравствуйте! Добрый день! Итак, крупномасштабный форум. Когда... Зачем? Почему? Первые три главных вопроса. Ну, они такие объемные. Когда 27 октября 2023 года форум обещает быть ежегодным? Почему? Потому что тема очень актуальна, тем более сейчас. Она актуальна уже несколько лет. И, к сожалению, те вопросы, которые ключевые и важные, они не решаются, возможно, в таком темпе. Либо, допустим, компании не знают, что они решаются, каким образом. И нужно встретиться на одной площадке, и должна быть такая площадка. И на этой площадке мы должны обсудить ключевые вопросы, на этой площадке мы должны познакомиться друг с другом, на этой площадке мы должны решить эти вопросы в том числе. К примеру, в рамках Восточного экономического форума представители порта не знали о том, что уже есть программы, специально предусмотренные государством, о возмещении инвестиций в инфраструктуру порта до 70%. И представляете, сидит человек, который является там генеральным директором одного из крупнейших портов, он даже об этом не знает. И вот данная площадка, она как раз-таки помогает вот это взаимодействие органов власти и предпринимателей крупных объектов инфраструктурных объединить и вот это вот, скажем так, некий дисконнект, некую удаленность, ее как раз-таки убрать. Ну, мне кажется, находясь, наверное, как-то в своем бизнесе, да, делая свое дело, порой упускаешь какие-то вещи извне, которые доступны. И эта площадка, наверное, как раз синтезирует все современные тенденции, все привилегии какие-то, еще что-то, и будет обозначено. Да, это всего лишь один из пунктов, который будет в рамках форума «Азия» проходить у нас. Но тут видите, в чем нюанс. Дело в том, что пути коммуникации нашего правительства, государства, которое действительно многое сейчас делает для развития предпринимательства, в том числе для развития логистической сферы и отрасли, пути донесения информации, они, скажем так, не всегда эффективны, не всегда рабочие. Ну, то есть сайт, на котором это публикуется в очень сухом варианте. То есть какой-то должен быть человек, который все это контролирует, заходит, смотрит и так далее. Не факт, что это будет, не факт, что это будет касаться твою отрасль и так далее. А когда есть одно ключевое мероприятие в год, на которое ты приезжаешь, ты все это узнаешь, помимо этого ты узнаешь, что будет в ближайшие 5-10 лет происходить здесь с инфраструктурой, на что рассчитывать, что понимать. И у тебя складывается вообще видение, что ты будешь делать в рамках своей компании. Вот это, наверное, одна из таких важных ключевых задач. Ну и я думаю, все понимают, что разворот на Азию произошел, это надолго. Это было понятно еще 2 года назад всем нам. И вот как раз коммуникация именно в эту сторону должна быть налажена в рамках этого форума. Что я имею в виду? У нас уже есть компании, которые прилетят сюда, в Владивосток, со всей России. Там, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Новороссийска. У нас уже есть представители дружественных нам стран, которые будут участвовать в форуме. И именно здесь, в Владивостоке, должен он происходить, то есть должна быть точка притяжения, в рамках которой мы все съезжаемся и разговариваем о дальневосточном логистическом хабе. И мы вот хотим создать эту площадку, то есть это очень глобальная, очень большая задача, отраслевая задача. И в рамках вот этой задачи мы сейчас все силы направляем. Но вы прям отрабатываете объявленный президентом курс на Восток. Да, в этой мере, да. Да, так оно и есть. Но видите, в чем нюанс? Курс на Восток, он был понятен еще 2-3 года назад. Хорошо, что для правительства сейчас этот месседж пошел. Хорошо, что мы видим уже, наверное, открытость большую нашего правительства в этом направлении. Хотя не везде и не всегда, но тем не менее она уже начинает появляться. Вот. Но вы понимаете, вот давайте вот сейчас я откровенно буду кейсами разговаривать, которые происходили. Буквально пару лет назад происходила какая ситуация. К нам в порты ринулось огромное количество грузов, которые мы не смогли обработать. А почему не смогли? Потому что у нас не было подготовлена инфраструктура.
Почему она не была подготовлена, если вот я не из этой отрасли, я организатор, который знает предпринимателей многих, и у нас вот сообщество, и мы общаемся, и мы знали о том, что так будет, о том, что инфраструктура не готова, о том, что у РЖД не такие мощности. Ну, это правда, они их сейчас расширяют, они стараются, они откровенны довольно-таки. Хотя, ну, тоже не очень легкая структура по взаимодействию. Но на данный момент, на тот момент мы потеряли инициативу. Это грустно об этом говорить, может быть, неправильно, потому что мы должны сделать все хорошее. Но по правде к нам пришел огромный объем, а мы порт, извините, если говорить про Владивосток, мы порт. Основные деньги – мы порт. И мы не смогли справиться с объемом. Представляете, просто к предпринимателю придет огромное количество заказов, и он просто с ними не справится. И очень много компаний транспортных ушло в Санкт-Петербург. Просто потому что суда стояли на рейдах по месяцам. По месяцам. Представляете, какие-то убытки. А потом это все же еще должно отправиться в центральную часть России по веткам РЖД, которые перегружены, грузы теряются на месяца и так далее. И это было понятно, что так будет происходить. К сожалению, это не делалось. То есть вот сейчас мы начинаем этим темпом, но это, опять же, по-русски немножечко. И вот подобная площадка сделана для того, чтобы сократить вот этот люфт коммуникации между органами власти и крупными отраслевыми компаниями, и всем вместе работать как раз-таки на благо страны, родины и вообще отрасли логистической. Тем более, что все сейчас с Азии идет. К нам даже приезжают почему-то центральные регионы, центральные города России, потому что с Европы ты уже то же самое сырье не привезешь. А им интересно, как это с Азии привезти. А тут будут компании, которые смогут в том числе это и предложить, и привезти, и найти. Но форум логистический, насколько, почему именно логистика, насколько она сегодня актуальна? Слушайте, да, конечно, она актуальна. У нас, опять же, повторюсь, сейчас много что едет именно с Азии. И у нас должны быть для этого готовы не только порты, не только там РЖД. У нас для этого должна быть вообще вся инфраструктура, чтобы разгрузить, опять же, вот мы сейчас про это говорили. У нас должны быть готовые погранпереходы. Какой объем они обрабатывают? Хорошо обрабатывают этот объем, а очередь есть. С погранпереходами сейчас все сложновато. Вы всегда поймите, это было сложновато. Налаживается. Ну, нужно налаживать, нужно с этим работать. И все понимают сейчас, с помощью как раз-таки тех заявлений, которые были сказаны в правительстве и нашим президентом, все начинают понимать, что с этим нужно работать. И уже есть курс на это, и это прекрасно. Допустим, то, что РЖД не может сейчас обрабатывать определенный объем, они честно про это говорят. Это невозможно. То, что вы хотите, мы обработать не можем. Это в рамках ВЭФ было, говорилось. Но мы стараемся. Сейчас новая ветка там делается. Но опять же, когда общались, разговаривали с замминистра транспорта Российской Федерации, он озвучил, что сейчас строятся дороги, то есть какие-то грузы будут возиться фурами, и то есть мы вам готовим дополнительный путь-канал. Это, вот эти вещи тоже нужно проговаривать, тоже нужно обсуждать. Основные темы данного мероприятия, что, какие? Ну, вот сейчас я уже проговорил, и да, это очевидно. Уже часть мы из них озвучили. Развитие инфраструктуры. Это правда. Параллельный импорт, конечно, мы будем обсуждать, это важно. Представители банков тоже расскажут о том, как можно работать взаимодействовать, потому что сейчас перевести деньги куда-то за границу – это целая история. Получить деньги – это тоже невероятная история. И вот инструменты, как с этим работать, будут рассказаны в рамках форума. Конечно, мы там проговорим о государственных субсидиях, о том, какие есть программы и как ими воспользоваться. Это тоже очень важно. И вот в рамках пленарного заседания будут представлены перспективы регионов и будут представлены различные формы поддержки как раз-таки отрасли. На самом деле тем очень много. Допустим, есть тоже интересная тема, и сейчас она наиболее актуальна. Когда есть, допустим, какая-то проблематика в рамках взаимоотношений предпринимателей разных стран. Ну, компании. Представляете, вот, допустим, здесь у нас в России вот компании сотрудничают, у них что-то там, дисконнект произошел, что-то не получилось, они пошли в суд и решили свой вопрос. А вот разных стран, как они будут решать вопрос, учитывая, что международные различные органы уже как-то вот с нами не особо сотрудничают. С помощью каких инструментов? А оказывается, они есть. Причем признаны международным там, правом и во всем мире. И вот эти инструменты будут рассказаны. Вплоть до того, что, допустим, для меня открытием стало, так как я углубляюсь в эту тему, что есть медиация.
Для меня это было что-то из области психологии, а на самом деле это инструмент, который используется, очень активно используется в странах АТР, который признан абсолютно на всех уровнях. То есть медиация, казалось, это инструмент, который признан абсолютно в правовом поле. Более того, он рекомендован. То есть это можно использовать в рамках договора, как можно себя обезопасить. О том, что есть специальная система МКАС, это тоже очень здорово, которая помогает урегулировать все взаимоотношения. То есть там будут представлены инструменты для решения этого вопроса. Много, на самом деле, тем, которые сейчас затрагивают наше международное сотрудничество, взаимодействия предпринимателей разных стран. Ну, мне вот интересно, даже в случае с инфраструктурой, да, ну как вы решите проблемы инфраструктуры? Или вы будете искать пути решения этих проблем? Пути решения, конечно. Ну, как я решу? Ну, вот я и говорю. Лично я, наверное, никак не решу. Хотя, единственное, вот по тем... по тому опыту, который у нас есть, действительно, документ, который мы отправляем по окончанию форума, вот, он помогает решить многие вопросы. То есть это, грубо говоря, сухая выдержка диалога. Форум – это диалог все-таки. И те предложения, которые есть. Вот форум прошел, мы все обсудили, и есть предложение, как решить. Мы делаем документ, который на первых лиц отправляется. И у нас уже есть кейсы, результаты, которые отчасти мы хотим думать, что произошли с помощью нас в том числе. Это и с дорогами Приморского края, может быть, вы знаете ситуацию. Это с ипотечным кредитованием, который, потому что нужен новый стимул для того, чтобы был новый пласт аудитории, который бы покупал жилье, потому что темп строительства нужно увеличивать, мы хотим больше строить, а для того, чтобы больше строить, нужно, чтобы больше потребляли, нужно это стимулировать. Вот. Но это мы уже переходим к нашему прошлому опыту. То есть есть документ, который, на наш взгляд, он имеет, скажем так, важное потом действие. Но мне все это напоминает вообще, в принципе, Восточно-экономический форум сам по себе, только логистический форум. Есть пленарное заседание, есть сессии, есть приглашенные спикеры, и в итоге... Смотрите, конструкция действительно, наверное, схожа. Действительно схожа, но с точки зрения ВЭФ это все-таки другой уровень. Давайте будем это признавать, хотя мы стремимся к этому уровню. И, наверное, важно, и, наверное, нас выгодно отличает от тех сессий, которые в рамках ВЭФ проходили в логистике, то, что обсуждение в рамках наших сессий, оно очень активно происходит вместе с залом. И компании, и порты, которые будут у нас на мероприятии, они могут задать вопрос и вступить в это обсуждение, понимаете? И это очень важно, что я иду представлять свою компанию, и у моей компании есть вопрос. Я могу его задать, и, возможно, та проблема, если она вдруг есть, она может решиться. Мне скажут, и у нас часто так было, давайте вне сессии мы с вами переговорим и постараемся решить. И часто действительно это приводит к хорошему диалогу, который может помочь. Вот это наш, наверное, такой большой плюс в рамках нашего форума. А то, что где-то мы похожи на ВЭФ, спасибо за такое сравнение. Ну, в меньшем формате, но тем не менее. Зарубежные какие-то участники, гости из стран АТР, если мы говорим о развороте на Азию, они будут присутствовать, будут как-то участвовать, будут давать какие-то свои, я не знаю, советы? Да, смотрите, это не советы. То есть мы в рамках форума всегда стараемся получить позицию разных игроков. Ну, к примеру, там логистические компании, у них есть своя позиция. Там порты, с которыми работают логистические компании, у них другая. А у РЖД, таможни, там, у них третья позиция. И, конечно, мы хотим услышать позицию дружественных стран, позицию тех, кто с нами сотрудничает и с чем они сталкиваются. В данный момент у нас в ближайшее время на подтверждение будут делегации с Китая, конечно,
Это наши ближайшие соседи. У нас несколько провинций очень тепло отозвались на наше приглашение приехать. И вот мы в ближайшие дни буквально ждем, сколько это будет человек, кто эти люди приедут, в том числе, кто представители власти будут на данном форуме. У нас есть предварительное подтверждение. Возможно, это рано заявлять, поэтому я не говорю имена фамилий. И предварительно мы получили согласие от представителей Монголии, от представителей Индии, которые будут присутствовать на форуме. Но вот на сайте следите за информацией. Буквально в ближайшие, ну, я думаю, неделю уж точно мы уже получим точно, кто будет из представителей дружественных нам стран. А есть сайт? Да, конечно. forumasia.ru. Это наш единственный официальный сайт. На forumasia.ru вы можете зайти и абсолютно все посмотреть. Мы очень быстро все обновляем, добавляем спикеров новых довольно-таки быстро. Поэтому заходите. А сколько уже спикеров? Порядка? Ой, уже больше 20. И причем мы еще ждем от Министерства транспорта России, еще от двух министерств мы ждем ответы, от дружественных стран мы еще ждем ответы. То есть у нас добавится. Я думаю, что в данном форуме это 25-30 спикеров у нас будет. Ну и я так понимаю, что он поддержан на правительственном уровне. Ну, смотрите, здесь есть определенные разные тонкости. И точно нас, мы можем сказать, что поддерживает фонд Росконгресс. Мы можем сказать, что точно нас поддерживает аппарат полпредства Российской Федерации. Здесь на Дальнем Востоке полномочного представителя президента. Юрий Петрович Трутнев. Да. Вот аппарат Юрия Петровича Трутнева здесь нас поддерживает. Ну и помогает нам, это правда. Ну, вот такую поддержку, в принципе, вот от этих организаций мы получаем, за что, конечно, благодарны. Ну а что участники форума вынесут с этого форума, как бы это ни звучало? Ну, смотрите, тут за каждого я говорить не буду. И я буду говорить о перспективах. Кто что выносит, это уже дело каждого человека, кто что смог из этого получить. Ну, во-первых, у нас уже есть, допустим, такие прецеденты, когда компании говорят: о, я вот с этой компанией сотрудничаю, мне как раз будет интересно познакомиться, пообщаться. Потому что, допустим, банкировочные компании не всегда видят и знают генеральных директоров транспортных компаний, с которыми они сотрудничают, работают. Также взаимоотношения там с генеральными директорами портов, транспортных компаний, логистических компаний. И это на одной площадке. Представляете, у нас столько портов, ну где-то, наверное, представители 4-5 портов будут. Это минимум еще. Мы еще ждем тоже подтверждения. Владивосток, Находка. Естественно. У нас уже есть Корсаков, Камчатка есть. В общем, это как раз-таки основные порты, с которыми сотрудничают наши транспортные и логистические компании. То есть в рамках просто даже людей, которые придут, просто что они придут туда, вы уже сможете пообщаться хорошо. Вы можете решить те вопросы, которые у вас, может быть, сложно решались, либо вот вам ответ какой-то дали, вы уже понимаете, как действовать. Ровно то же самое с РЖД, куда очень сложно попасть. У нас будет начальник для Восточной ЦФТО, а это абсолютно направленность как раз-таки работы логистики. У нас будут там представители таможни, с которыми мы можем поговорить и пообщаться. Ну и, конечно, те темы, которые мы брали, и мы до сих пор, кстати, принимаем вопросы, когда регистрируются на сайте forumasia.ru, мы принимаем вопросы, что вы хотели бы обсудить. Слушай. Конечно. То есть мы собирали эти темы. Что интересно, я встречался лично с владельцами компаний, я их слушал, я понимал, что для них сейчас важно, что важно для отрасли. Мы формировали темы, но даже сейчас те люди, которые регистрируются, приобретают билеты у нас на форум, они пишут: мы хотели бы вот это, вот это, вот это. И мы какую-то тему конструируем под них, то есть мы уже несколько тем заменили. Мы поняли, да, это важнее, это интереснее. То есть я так понимаю, что необходимость этого форума зрела давно, и зрела она не от лица организаторов, да, что мы вот такие молодцы, проведем сейчас логистический форум, а от лица непосредственно участников этого рынка. У участников рынка был запрос. Идея зрела по проведению форума лично у меня уже несколько лет. Вот. И я четко понимал, что нужен инструмент, и я имею в виду форум, нужна площадка, на которой смогут все встречаться и обсуждать те актуальные вопросы, которые есть, решать их.
Кстати, вот мы посмотрели практику страны, подобных форумов мы, ну, я лично не увидел. Есть выставки, есть в рамках выставки. Ну, какие-то сессии. Что-то, да, обсуждение какое-то. Но что это встреча, общая встреча для обсуждения актуальных вопросов с подобным, скажем так, с подобной организацией и с подобными целями, я пока не встречал. Ну, это как будет вообще проходить, вот если как вот, вы встретились, утром сессия, в обед сессия, вечером сессия? Примерно так, как вы сказали, может быть, не так сурово, с перерывами это делаем, чтобы люди общались. Наши партнеры будут также представлять свои переговоры, у них будут переговорные комнаты свои, где можно там заключать, опять же, контракты, общаться и так далее. У нас где-то между двумя, наверное, каждые две сессии делается перерыв, чтобы людям было чуть полегче. Потому что сложно весь день, кстати, там с 9 утра, с 10 утра, в 10 у нас сбор, да, в 10, сидеть до 7 вечера. Ну, тяжело. Конечно, у нас есть перерывы, и которые должны, опять же, быть направлены на общение. У нас привилегированные билеты, уже закончились, кстати, они привилегированные, где там еще есть отдельный ужин. Для тех, кто хочет отдельно еще пообщаться, более плотно, более в такой атмосфере, скажем так, неофициальной. У нас есть второй день, мы его пока не разместили, вот планируем там сегодня-завтра разместить на сайте. Это для тех, кто прилетает, приезжает, им интересно. Мы договорились предварительно с ВМТП, мы приезжаем к ним на контейнерный терминал, на большой объект, посмотреть, как все работает, пообщаться опять же с руководством, потом отдельная тоже неформальная будет встреча. То есть мы создали довольно-таки много различных таких форм взаимоотношений, помимо официальной, помимо обсуждения, где люди могут пообщаться. Ну да, и опять же заключить какие-то между собой договоры, контракты, конечно, устные договоренности в конце у нас концов. Даже есть компании, допустим, там компания «Самбери», еще там несколько компаний, которые участвуют в рамках форума, потому что они являются потребителями логистических услуг, и им, конечно, это важно. У них на логистике завязано очень много. Да, и, конечно, им важно, что будет происходить, в какую сторону. Им важно с этими компаниями пообщаться, познакомиться, и найти выгодных им интересных партнеров. Ну что ж, давайте тогда напомним, где, когда, давайте, зачем и почему. 27 октября отель «Лотте» будет проходить большой логистический всероссийский форум «Азия-2023», на который мы вас приглашаем. Форум «Азия.ру» – очень простой сайт. Заходите, регистрируйтесь, смотрите на наших спикеров. Там губернаторы у нас будут тоже участвовать в рамках этого форума. Кстати, вот недавно мы получили подтверждение, что к нам прилетит вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Вот. И там много таких интересных спикеров, в том числе очень специфичных спикеров. Там Иван Танких – это очень серьезная фигура в РЖД, очень важный человек, с которым многие очень хотели бы встретиться из логистики. В общем, вы, зайдя на сайт, можете увидеть, собственно, сам масштаб. И я думаю, что в ближайшее время у нас появится еще много высокопоставленных спикеров. Участников. Пусть так и будет. Желаем вам так успешного проведения и гостям как можно больше для себя вынести. Спасибо. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о Всероссийском логистическом форуме «Азия-2023», который пройдет 27 октября. В гостях у нас был основатель регионального бизнес-сообщества Станислав Еремин. В студии работала Юлия Ракоцкая. Увидимся на 8-м.